Ну и изнанка, подкладка, искусственный шелк. Еще сделала вот такой кантик. На дублерин садила только верхний воротник и подборд, а на изделие только по плечу, чтобы не растягивалась, полоску приклеила на проймах. Ну и вот здесь линию раскепа. Вот я люблю так, сама моделировала, люблю так. Вот такое решение воротника. Не скругленное, а люблю именно вот такой угол здесь. Там градусов 90, наверное. Ну, в общем, по горловине на изделии еще полоску. А так изнанка вот такая коричневая. Так, плохо видно. Вот. Окантован низ. Я обычно окантовываю той же тканью, что и подкладка. Здесь я закрепила вручную. Здесь пришлось дотачивать, не получилось. И я люблю вот это так. Вот здесь на плече таким пунктирным зигзагом прибивать припуски, чтобы они не поднимались. Ну, в невидимых местах, в общем. Вот здесь вот я удлиняла и вот здесь прибила так. Ну, в общем, вот так смотрится и изнанка. Рукав здесь где-то 1 сантиметр с напуском получается. А так подкладка выкраивается точь-в-точь как верх. Кроме того, что на спинке я сделала небольшой защип. Припуск сделала вот здесь тоже вот косой бейкой. Так, еще укрепила дважды строчкой, потому что сзади здесь, чтобы не вылезла подкладка, садится. Ну, в общем, такое место здесь должно быть хорошо укреплено. Вешалочку сама тоже делала с этой же ткани. Прикрепила с подкладки, имеется в виду. Вот. Ну, в общем, такое вот получилось пальто. Ты задоволена? Да, да, то. 1000 в миллионе в 500.